на пеньке, отбегайте, вас пропили, только потом возвращайте. Бить. Также, когда будет появляться пенек, мастер аур на огонь, массакра будет вся хау. Ленор после этого босса кинет обмен на распыл. Хорошо. На пульте на рунмейда. Врата через 9 секунд, приготовьтесь. Касты, свеча эти ворота. Лично ли все ворота? Дексион упротил. Приоритетом. Еще. Каст. Скоро босса стаки будут. Войд выбежал. Стаки снимают все, кто может. Быстрее. Дексион упротил. Приготовьтесь выносить FDK. Дальше будут стаки, и сразу же пенек появится. Вначале стаки снимаем, и все РДшники отходят назад к Питорды. Марсе запротил. Приготовились стаки снимать. Пашка айсбаундами. Стаки сняли. РДшники назад отошли. Нажми массакру, мастер аур на огонь. Вот успе отдали. Хорошо. Наеми гимн на ХП, Наоми и Хант выбежу. Кусяло приоритетом прохил. Еще быстрее Кусяло. Хорошо. Числавна Синер по орешке, Кусяло и Инер по стреле, Маша по себе. Не разумела. Так, и сняли. И определенно прохил. Викиндов выбежал, надеюсь, не успел сказать. Или бабл. Прохитите Викиндова. Сыграли по вратам и добили босса. Мистер Бонда прохил. Скоро еще одни стаки будут. Он выбежал, Маша. Стаки сняли. Ленора прохил. Вакати, Женя, Далька, прыгай в танка на следующего босса. Ищи слабенький, надевай. Блять, а еще один хапал есть. Одного хапала нет. Ваня, заходи на хапала, пойдешь до конца. Так, один человек на замену, которому босс не нужен. Не пофиг. Быстрее только. Нет, Дексион, это единственный лог. Отпусти, пожалуйста, на 5 минут. Данка, мобой здесь кто-то из вас? Ганг, мобой. Турнир продолжается. Ну, на чемпах вообще не вариант без блока пути, поэтому. Бета-тестер поставит статемы для Вакати. Хау, будешь вместе 4 кнопки хилить. Будете вместе стоять, я на него
Не, не буду ставить метку, потому что много меток занято. Ну, оставайся тогда Дексион. Ямобой, джанг. Ташка. О, джанг тут. Сейчас поставить карты его фейт персонажа. Джанг подменит. Ох, не персонажа. Через 10 секунд сможете уже сломать. Пока джанг не принимай, он оффается пока что. 3, 2, 1. Принимай. Так, будем начинать бой справа. Играем по черепу все. Первый пойдет гриппать FDK. Потом пойдет гриппать Женек, потом, точнее, да, Женек, потом рунмейт. Так, трусы мы должны будем обязательно контролить. И квадратик. Танк вызываешь Сукубу. Трусы первый контролит определенно. После определенно контролит джанг. После джанга контролит Кусяо. По квадрату первый контролит Марсес. Потом Тщеславность. И если что, джанг потеряет. Напоминаю, не бьете ауешками. Также лок раскидай всем красная с кастером. Дерево забанишь. Суккубу свою отправишь на Антара. Антар справа стоит. Также напоминаю, под нами должен быть обязательно каток, замедляющий тотем. Никто не бьет ауешками, контроль и приоритетом. Видите, сорвались мелики, у нас меликов всякими заморозками, контролем и так далее. Лицом никто не танчит. Косты сбиваем также все. Маги просто армор наденьте. Все зайдите на доски сейчас. Приста баф. Приста баф. Рыба. На. Рыбу. На. Да, прыгни, Паша, в ПДК. Ну, можешь остаться в танке, главное этот... Резбаунд будет. Смотрите, ДКшники моры не юзайте. Солы, трафолы не юзают. Контроль приоритетом. Ну, все на доски зашли вон сюда, где маг прыгает. Сейчас метку поставлю. Вон, на доски зашли. И за крест не забегаем. Все зайдите на квадрат. То, кроме хапалов и вакати. Так, готовность на пол. Женек. Что непонятно зайти на этот. На доски. Тщеславность. Все. Иди, Женя, пол, иди сюда. Кулипал, подбеги в 4 кнопки. Хау, который. Отдали контроль, Рога на нас сорвался, Рогу кто-нибудь поконтрольте. Так, на нас почти все сорвались. Иди, хилерейт, я похилю Хау. А, может, Геру дадите? Да, дадите Геру, 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 Геру. И задиспельте, маздиспал. Трусы контрол, быстрее. Андрею фолок, БР по определенно. Два хила, Андрей. Маша БР по халу. Тщеславность по стреле. Кайтите их. Вообще не играйте, не бьете. Трусы нужно за... Трусы квадрат должны быть законтролены. Трусы, контроль продлите, кто следующий там. Встать. Давай, вставай. Джанку, если есть свободный БР, отдайте Джанку. Трусы, следующий контроль. Джанк, Сукубу на какого-нибудь милика отправляй. Если череп добили... Да. Играем. Не подходите к миликам, позже. Если череп добили, играем дальше по трусам.
Миликов кайтите. Пуш. Так, забивайте трусам. Буду берет. Танчите лицом миликов. Квадрат. Контрол. Трусы диспел. Шаман любой. Лис шаман. Очень много ход. Халу надо иннер залить. Наемник, закастуй гимноману и залейте по халу иннер. Детей далеко не вижу. Все вижу. Пока ты что сделаешь? Это лучшие представители Орды. Квадрат, контрольте. Еще каток будет. Остальные сегодня? Ток по КД, замедляющийся темп по КД. Контрольте. Вон тромбик бьет. Убегай, Маша. Квадрат, главный, контрольте. Остальных миликов можете просто кайтить по ледяной трапе. Бля, только отсюда вообще не дал. Квадрат, законтрольте. Любой, кто может контролить, законтрольте квадрат. Хорошо. Диспел, трусы. Кас. Дальше по квадрату играете. Все, играйте по квадрату, миликов кайтите. Бы лучше этот ветерок не, использовал бы снова. Не танчи лицом. Наеми тоже убегай. Диспел Алису, квадрат. Еще диспел, три ходки. Так, свободный иннер по хау залейте, там два иннера свободных. Андрей, смотри, если не прохиливает, убегай обратно к рейду. Диспел квадрат. Давай, Полинор, ты на диспеле приоритетом. Диспел квадрат. Еще диспел, две ходки. Диспел квадрат. Андрюха, беги! После квадрата играете по луне. А, луна убежала, не, не по луне, извиняюсь. Луна далеко, по печеньке будете играть. Пока квадрат добейте вначале. Диспел. Все, играйте по печеньке. Ромбик и звездочку кайтите. Женек, ты видишь, как FDK бегает? Ты можешь также одного милика на себя вытянуть и просто от него убегать. Ченьку диспел. Три ходки. Еще диспел. Еще диспел, еще ход повисит. На печеньке. Две ходки. Ну, диспел печеньку. Хорошо. Я вот это сейчас и на нем вовлелен. После печеньки, так, ромбик этот убежали, дальше звездочку убивайте после печеньки.
ставил череп. Уфолог череп по контроль, потом после уфолога Полинор хек закинь. Тщеславность по контролю трусы. После тщеславности я орешка хиксы позакидываю. Ну, я уже кинул. Нормально, мам. Трусы. Все нормально. Отлично, отлично. Трусы законтрольте. Пять можно трусы поконтролить. Черепок. Хорошо. Полинор АФК, я так понимаю? Нет. Почему нет, если да? Ну как нет, вон стоит, бег, блядь. После звездочки... Вон ромбик, вон прибежал, убивайте ромбик. После ромбика по трусам. После трусов череп. Надо ждать. Квадратик Кусяо по контролю. И... А, Вок у нас мертвый, да? Значит, Кусяо только. Диспел, ромбик. Еще. А дальше по трусам. Ну ладно, трусы за контроль, значит по черепу играть. Да. Можете уже не контролить, через ауди играть. Держите их на ледяной трапе обои. Тащи сюда рогу, слышишь? Да иди, пусть они имели этих, не надо было. Похуй, всех пусть кливают. Ну тебя не ладно, лишний хочешь, лишний. И уделаться там делать. Рога больно, потому что бьет. Если кто-то остановится, он его просто шотнет. Он сове норм. Стой, сова, не бегай, похуй. Сейчас Марсес пух-пух, и все, и домой. Маздиспал по трусам. Ой, по трусам, по отбейку. Грипайте трусы вместе и заливайте по луне. Трусы к луне грипните и уешьте. Все, больше никого не надо контролить. Просто уешьте, добивайте. Как только этого босса добили, Вакати, рунмейт. Нахуй вы теряете? Вакати, рунмейт, уфолог. 4. Ну и FDK, значит. Пятый. Блин. Четвертый, точнее, там. Не бегайте от роги за хилем так. Мне, по-моему, с собой там чего-то. Что? Мне, по-моему, с меня танками заделали. В чем проблема твоя? Бегать хочу. Не побьешь. На сурке. Я ни разу не бил в вальках, ни разу, блядь. Ну,
Твои один раз сферы, получи минус 10 тысяч ИП и будешь бить с радостью. Точнее, не слови один раз сферы. Я в ретрик или в ходике дальше? Не, в ретрик, в ретрик. Панка, давай. Трейлер. Да, упали. Упали все. Зашли в инсту мертвые, отобежали от сундука. Там, сейчас рыбу ставлю, рибаф. Ну, чё стоите? Сами встали, джангл бета тесть. Андрей, прыгни в танк и не забудь, когда лут, трэш, этот лут заберешь. Найс лут. Запустил босса. Все берут темную. Рунмейт, Вакати и FDK берут светлую. И ловят всегда противоположные сферки. Рунмейт ловит сзади сферу. FDK слева, Вакати справа. Будем стоять кучно. Наоми, ты берешь темную сферку. Ой, ты берешь светлую сферку, становишься здесь. И напуливаешь темную на уфолог. Уфолог будет танчить 2. Так как это мишка, смотрите за огром своим. То есть ты напуливаешь звездочку в медведе. Все играть будем по печеньке. Сразу не врывайтесь. Будете бить только когда скажу. Оми, ты слышал, что от тебя требуется? Берешь светлую. Становишься возле темной. Напуливаешь печеньку в мишку в уфологе. Берешь темную и подходишь к нам. То есть вот стоишь здесь, на пул отдаешь медведя. И побежал к нам. Да. Звездочку напуливаешь в медведя. Все, станьте все кучнее. Готовность на пул. Мейсон, Тщеславность, Оно, Маша. Босса никто не бьет, кроме Ханта. Потом, когда подведут, еще рога подкручу. И следите за своим агром. Сорвете, будет нехорошо. Умрете сразу. А им ждем, ждем. Сейчас подведут. Сыграли по печеньке. За огром следите, без АУЕ старайтесь. Лучше не дамажьте. Черные сферы вы не ловите. На данном этапе черные сферы не ловите. Через 9 секунд спецспособность. 3 секунды спецспособность. Темная воронка, продолжайте бить, танки прожмитесь. Можете мастера аур на тьму еще продать. Вакати прокил. Тщеславность, Инер по халу. Секунд спецспособность. Юра, потом после этого босса на ханта выходи. Продолжайте бить. Дальше будет два светлых коста.
сбили каст. Я скажу заранее, дальше будет два светлых каста. То есть мы, скажу заранее, будем возьмем все светлые, вы будете ловить темное. Пока что ловите светлое. Через 16 секунд спецспособность. Все, ловите пока все сферы. Ловите пока все сферы. Все взяли светлую. Не играйте по темным. Кроме танков. Танки ловите сейчас темные сферы. Дали Геру. И темную бьем. Сбили каст. Ну каст бейте. Все, дальше будет ауешная светлая способность. Ой, как Гера закончится, можешь поискать. Ничего, выбор не упал. Так, теперь Паша, заходи на... Ой, Паша... Юра, заходи на ханда, я тебе сейчас отдельно начислю за нуба. А, потом лучше начислю, после того, как убьем. Уже можешь заходить, чтобы время не теряли. Также некоторые люди сейчас пойдут на замену. Женя, шнурки тут? Женя, шнурки. Он уже спекается. О, красавчик. Все. Так, смотри, по-любому в рейд. Да. Тебе надо уйти или ты просто... У нас последний босс остался, оставайся. Так, и Марухич еще в рейд. Один человек, два точнее, еще на замену нужно. Могу идти. Так, не, ты оставайся по-любому. Давай, Мейсон пойдет. Так, тщеславность. Хотя ладно, может, токен заберет. Так, Марухич последним хилом. Пятым. Шестым, точнее. Так. Женек, надо что-то с босса? Да не надо. А? Не, не надо. Не. А тебе плащ Андрея не надо? 71. Если не надо, то подавай ты на замену то, тоже. ХП. А, блядь. Что еще раз? Сейчас я знаю, сколько у него хп. Я не знаю, проверь площадь 270. Если надо, то оставайся. Если нет, то я дексиону возьму. Так, смотрите, босса не запулься. Он мейт, ты в танке остаешься. Так, на минутку-две отойти могу? Это кто? Орешка. Ты тактику знаешь? Если в Гере она отличается от обычки. Отличается то... сильно. Тогда оставайся. Понял. Я хапал, рпал. Рпал. Будешь бить, тогда прыгай в сову, Андрей. Так, совы, напоминаю, не низайте стартовый здесь до последней фазы. Чтоб не сбили. Сумоньте всех. Мейн танк будет у нас рунмейт. Паша, ты получается, что делаешь? Танчишь там, где в стенке босса от тебя лично касается. Когда нуб зарывается, если он не выбрал тебя в качестве цели, ты идешь, гриппаешь сверху в квадрат и разбиваешь сверху в квадрате. Это для тебя лично. Дальше, всех остальных касается. Мы тупо бьем босса.
выходит две пачки мобов, потом босс взрывается. Мобов никто не трогает, просто бьете босса. Сферки тоже никто не трогает, ни в коем случае. Бьете все босса. Босс взрывается, на себя сейчас квадрат поставлю. Вот. Мы выбегаем сюда в центр, а Вануб выбирает какую-то цель. Эта цель, которую выбралась, бежит в район ромба. В ромбе не строго может быть, в ромбе справа-лево где-то может быть так. Разбита будет сферка. Вы подбегаете к сферке, но не забегаете на нее. Ждете, пока на вас закинут боб. На вас закинули боб, 2 секунды окончания боба, забежали на сферку, разбили. Далее. Вануб выбирает какую-то новую цель. Точнее, не так. Весь остальной рейд, после того, как выбралась цель, идет уже в крест. В кресту заливает мобов через АОЕ. Вот здесь приоритет всегда мелкие мобы. Вот тут заливаем мобов. Приоритет мелкие. Заливаем мобов. Также Ануб, как только разбил сферку в ромбе, выбирает какую-то другую цель. Эта цель, которая выбралась, бежит уже в район квадрата. То же самое. Становится перед сферкой, не забегает на нее. Ждет, пока закинется боб. Закинули боб, забежали, разбили. Закинули боб, 2 секунды окончания боба, забежали, разбили сферу. Дальше Ануб выбирает третью цель. Третья цель просто убегает в район речки. Убежала третья цель. Дальше. Ануб выкапывается. Засуманьте шнурки. Ануб выкапывается. Мы продолжаем идем бить Ануба. Бьем Ануба. То же самое. Выходит две пачки мобов. Вышли две пачки мобов. После Ануб опять закапывается. Все то же самое делаем. Выбегаем в центр. Цель, которая выбралась, бежит в ромб. Разбивает сферу. Весь остальной рейд бьет в кресту. Потом разбивается ромб, следующую сферку разбиваем в квадрате. Опять же, там не строго в квадрате, может быть где-то будет правее разбито, где-то может чуть левее, то есть следите за этим. Разбиваем следующую сферку в квадрате. Третий человек тоже просто потом убегает в сторону речки. После этого Ануб выкапывается, мы его переводим на следующую фазу. Все становимся под жопу и прохиливаем. Прохиливаем дамажным, даем геру. Также, смотрите, ребята, по напулам. Наёми будешь напуливать вот с этой стороны, с левой, со стороны Ануба, левой стороны, шнурки. Ренессанс будешь напуливать справа. Напуливаете в шнурки. Также напулы не отдаете на фазе закопки, когда закопался Ануб. Также никогда не взрывайте сферку в квадкресту. Вот здесь вот сферу никогда не взрываете. Все, это весь босс. Также, Хао, не закидывай свой щит на шнурки. Топроты. Не, давайте, ГБ. Сейчас там куча сопротов наделали. Сопроты за определенно возьми уфолог, возьми 4 кнопки, возьми войд сопроты. Все кидайте обмен за сопротами. Можете сразу пить сопроты все. СС Джанка дашь по Наёми. Не, наверное, на Ренессанса все-таки лучше, если он как-то справится. Да, дашь на Ренессанса. Марухи, с тебя подхиливать хантов еще. Также ханты на третьей фазе для себя дух природы поставите. Оба. Вам бить особо босса не надо, поэтому будьте обязательно под духом природы. Сопроты выпили все. Нилеш, Марсес, Хау, Наёми, Мистер Бонд, Орешка. Кидай обмен, я же сказал кому. Я ищу тебя. А мне в ДД или нам ты меня просто в первую пати перекинул? Это кто? Ой? Ну, нет, да. Ты в этом, я тебя просто в первую пати. Я тебя сейчас кину к танкам. Тогда, чтобы ты видел. Вот, с танком и хантам закину. Дайте просто баф, пожалуйста. Это готовность на пул. Так, бомбы скажи. Да, бомбы скажи. Да. Первый боб бежит, закидывает Хау в ромбик, второй боб закидывает в Акати, третий боб закидывает 4 кнопки, это уже после закопки, почти после выкопки и закопки снова. И четвертый боб с Ликендофа. Это уже после того, как он второй раз закопается, Ликендоф. Помощников танчит шнурки.
Что, я рыбу не... Ставил, ставил, да. Или нет рыбы? Ставил. На тишу. Все, стреля готов? Все, все готов, все к квадратику сейчас подбежали. Смотрите, босса не запульте раньше времени. Женя, не забудь таймер запустить. И на пулы на рунмейда. Паша рунмейд, он, где он стоит, прям там и танчит, параллельно ему к стенке. Паш. Вот. У кого есть припоты, можете на первой секунде выпить. Гуляй. Идите за огром. Обывыч. Там помогай ему, если что, с напулами, Юра. Мобов никто не трогает, если что, и сол, и без стропов играете. Смотришь на пули, по-моему, и все не в чат, когда... Сейчас снимаешь микрофон. Войт, можешь ПС-ку закинуть. 3 секунды, готовься. Слышишь? Игра, вообще можно говорить? Я вас слышу. Взрывание через 10 секунд. Как только зарывается, сразу все в центр выбегают на лужу, никто пока не бежит. Крест. Забежали все в центр, убежали. Четыре кнопки побежал в ромб и хал вместе. Четыре кнопки. Все остальные играем по трэшу. Смотрите, трэш ни в коем случае на себя не загрите. Приоритет мелкий трэш, небольшой. Сферу не разбили. Блять, бегу, бегу. Вань. Разбивай быстрее. Разбиваю, разбиваю. Тел пал. Мне минус даже. Джанг побежал в квадрат. В Акате приготовься. Все остальной рейд к квадратику к цели, к магу именно. Большой, ты можешь с него снимать персу, усмиряющий. Все, третий человек просто убегает к речке. Кого выберет? Грозивар побежал к речке, через рейд не беги только. Все, играйте по мелким мобам, под шипы не лезьте. Все, добили мелкий трэш приоритетом. Кто я сферу сбил? Что скажу? Наверное, сова. Пану выиграть все мобов. Потом разберемся с ним, минус дадите. Играйте по Анубу. Ануба бьем до 38%. Потом стопаем урон. И отбегаем в центр. У нас ДПС за много. И стоим, чилим, ничего не делаем. Просто стоим в центре все, когда переведем до 38. Все, ничего не делаем. Стоим. Мобов вообще не трогайте. Только хильте, главное. Джанка, прохильте. Там моб мели найдет. Сферу разобьете, да? Да, я подбегу сейчас. Играйте по жукам большим, РДДшники, милики не трогайте. Надо будет эту лужу разбить, вот эту вот, которая мешает. Разобьем, разобьем. Следующий бежит 4 кнопки. И человек, которого выберет. У викиндов побежал. 4 кнопки. Смотрите, викиндов. Нет. Давай. Так, где решили. Я по тебе там не нажимай. Следующую какую разбиваем? Следующую разбиваем та, которая справа, дальняя. А потом нужно будет разбить, которая возле креста еще, так как человек сбил ее. То есть третий человек сейчас не к речке убегает, в Акате побежал, викиндов, беги ему, боб закидывай. В FDK. В FDK. Можно без бопа, кстати. Чтобы не, нормально, пусть закинь.
Разобьем и так две. Ну, алё, блядь, рунмейт, Паша, заведи на эту лужу. Да, в минус. Сейчас убегайте все. Полинор взял, а Полинору боб закиньте. Викиндов. Похер на эту лужу. Блядь. Минус еще викиндов. Удайте БРП в дикею. Мелкий да, трэш добить. Сам могу не создавайте. Вообще нормально. Мелкий трэш, добейте. А ну его пока никто не трогает, мелкий трэш. Подошли под жопу боссу. Так, Ачеслав на Синер по стреле, Маша по себе. И по Войду фолок давай. Войд фул, Войду не надо пока. А, не заметил, не заметил. Да. Так, Геру дали этот айсбаунд, Паш. Мастер Аур на лед. Пал нажми массакро. Кусяло. Ой, кусяло нету. Маша, дай БРП не лешу. Еще одну геру дали для нелеса. Так, мобы срывались. Уфолог сорвался. Тихо, тихо. Не лежь, дай БРП уфологу, уфолог и дашь по определенному моба зафиряйте. Саня, Женя, забери с меня моба. Хорош. Наёми, нажми Дим на ХП. Андрей, дай мне БР. Я ресл. А, ну, меня сейчас. Тебя ресл. Так, Чеславность, дай БР по определенно тогда. О, бейте, бейте, бейте. Войд, нажми Дим на ХП. И Дим на ману Наёми нажми. Свои сейвы отдайте. Не добивайте. Процента, давайте душите. А бы не бегу. Все, молодцы. Санек. Ау. Не за что викиндов у минус давать. Произошла дезинфа. Либо обоим, либо никому. Ну просто Ваня достаточно уверенно это сказал. Я сам бы так же сделал. По вакате же было сказано, нет? Или может я тупой? Вакат. Смотри, вакат типа поменялся. В вакате потом поменялась цель на FDK. То есть не спеши сразу закидывать. Ты должен подождать, пока он подбежит к квадратику. Ну ладно. Так, сейчас на чисто. Так, это 150 за каждого босса. Это сколько тут боссов? 5. За сферку минус даю, Саве, или нет? Да, да, дай минус 30. Минус 250. Блять, это у меня с математикой проблемы. Сколько я должен дочислить? 300, 600, 750. 750, 800 и еще за Ануба 200. 1000. Плач хороший, кстати. Плач какой упал? Если на меня, то дай по ИПшу тоже. Пинтовый. Короче, ладно, давайте. Ботинки быстрее 10. Значит, викиндов на мейн ему. Андрюх, поипать потом плачь, а то мне уходить надо. Да, да, да. Значит, викиндов 10 раз, 10, 2, 10, 3, кинешь обмен на мейн. Да, поипаешь. Сила Эстаса ставлю 3к. Все, больше не буду ставить. Короче, удачи всем. 6к там. 6к стреля поставил. Крит 4-5. 7к. 8. 9. 9 раз. 10. 11. 11 раз, 2, 3. Что дешево.
А Саня отдал весь остальный шмот, да? Пойдет то гру маги, кабычку сейчас соберу. Да, давай.